Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас коротенький обзор по поводу 7-метрового удилища от компании Salma. Достаточно известные модели Salma Tournament, так называемый, хотя слово «турнамент» здесь нигде на бланке не написано, но называют, в общем-то, его именно так, и либо по цвету желтый турнамент, либо желтая Team Salma. Удочки известны давно, популярны. Но постоянно возникают вопросы о чаще всего продаваемой модели. Это семерка, вот поэтому эта семерка у меня сейчас на обзоре. Ну, начнем с того, что бланк выполнен из карбона 40 и 46 тонн. Комплектуется полом, хлыстом, не привитым. В случае необходимости можно будет докупить привитой, кому это нужно. Полый и хлыстик и диаметр верхней части под коннектор под 1 мм. Значит, дальше по коленам есть небольшое усиление стыков колен внутри. Пробочка, забыл сказать, вытащил и забыл сказать. Вот такая неопреновая моя любимая пробка, которую я ставлю на свои лидеры. Лидер Pro, которая модель новая, да, и, соответственно, фотоны. Дальше комлевая, металлическая, легкая пробочка, откручивающаяся. Снабжена резиновым уплотнителем с дырочкой для вентиляции, для слива воды. Ну и, соответственно, мы можем видеть здесь задние части колен, торцевые части колен, которые, в общем-то, с небольшой оплеточкой, с небольшим совершенно таким усилением здесь есть. И стыки ровные, качественно отполированы, отшлифованы и очень аккуратненько обрезаны. Дальше по транспортной длине. 152 сантиметра четко с пробкой. Диаметр рукояти вместе хвата 25 ровно. И вес. Ну, пробку я не вытаскиваю. Она практически ничего не весит. Значит, семерочка. 267 грамм. Ну, в общем-то, немало. Имейте в виду, что семерка, например, лидер. То удилище, которое я разработал, весит 196 грамм. Значит, и выполнен тоже из 46-го угля. Удилище славится своей надежностью. Запчасти у нас в магазине всегда есть. Кто покупает у нас удилище не только Salma, а и других производителей, большинства производителей, представленных на сайте, и подписывается на три социальные сети, Telegram, ВКонтакте и YouTube, имеет право получить две запчасти в год совершенно бесплатно. Такие акции мы уже на Salma проводили два раза, можете посмотреть в разделе новости и в YouTube, и на ВКонтакте, где мы объявляли о таких акциях, и, в общем-то, люди, которые уже не чаялись найти какое-то нужное колено, особенно в середине махов, там, или баллонок и так далее, мы им предоставляем такие запасные части, и люди довольны, уезжают дальше ловить рыбу. Значит, давайте разложим, посмотрим ее строй. Итак, друзья, насколько это возможно, в условиях магазина показываю вам семерочку. В руках лежит очень приятно, несмотря на вес. Фактическая длина, имейте в виду, 681 сантиметр у нее. Да, вообще не завалено, то есть приятный очень строй. Отличный баланс, то есть лично мне семерка очень нравится. Строй быстрый, ну средне быстрый, я бы сказал, ближе к быстрому. Несмотря вот такое на легкое колбашение, палка очень приятная. Давайте Константин Михайлович нагрузит. Помощник наш в сегодняшнем выпуске. Да, ну вот смотрите, достаточно быстрый строй, палка работает верхом, видите. И с ростом нагрузки она так уже неохотно дальше отдает, но тем не менее отдает. Вот я сейчас все больше и больше тяну вверх, уже такое усилие очень хорошее прилагаю, вот уже середина работает. Да, по строю никаких вопросов не вызывает, ну, понятно почему, в общем-то она популярна уже достаточно немало лет.
Итак, господа, действительно хорошая, интересная палочка. Вопрос только цены, вопрос веса и, в общем-то, вопрос модельки, которая достаточно давно производится, и технологии, естественно, идут вперед. Тем не менее, удочка пользуется спросом. Я вам ее представил. Смотрите, оценивайте. Вот такой чехол синтетический, не впитывающий влагу и запахи. На этом все. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайк. Всего вам доброго и до новых встреч.